Навстречу путешествиям! Едем навстречу путешествиям, писать классные ролики, монтировать, снимать репортажи, пропускать машинки и заниматься позитивными делами. Куда мы с вами направляемся, скажите, пожалуйста? Едем до Мнихова, асы 200 километров. Вот наша команда заходит, привет! Привет! Самый серьезный человек нашей поездки. Наш энергетический вдохновитель. Весело, шагать по просторам, 4 часа сна в день. И отличное настроение. Главное, хорошо выглядишь. Здравствуйте. Мистер Биткоин. А, это мистер Биткоин. А, это про вас эти истории. Почти. А здесь у нас кто? А кто получит бесплатный свет? Это наш мужчина. Як та цеста? Добрий? Добре. Как вы думаете, что это такое? Черное и белое и на 16 колесах. Знаете, какой ответ? Зебра. И на берег выбегай, плывет зубастый крокодил. Крокодил. Витя сейчас уйдет. Мы с вами загадаем какой-то предмет. Витя не будет этого знать. Потом я его приглашу сюда, я с ним не буду общаться, и Витя должен угадать этот предмет. Две точки основные прострела идут вот так, то есть они стреляют друг в друга. А я хочу пойти, его развиваю. И мы находимся в городе Мюнхене, и с нами Иван Флаг. Выключаемся из музея BMW, обед и начало съемок. Вот наша группка. Приятного аппетита, Константин. Вань, ну как тебе перец с солью и хлебом? Он просто взял вот это и вот это все выпил. Это нормально, пил масло. Попробуйте выпить банку масла. До встречи! Ура! 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 Я думал, ты курицу приехал в Германию есть. После вкусного обеда по закону Архимеда с Олькой нужно нам зайти в этот домик B&B. Это вот на этом логотипе нарисовано, да? То есть он был черный кружочек с таким вот этим окончанием. Точно даже остался вот этот кружочек с окончанием. Внутри написали BMW первые три буквы от названия марки. И белый и голубой взяли цвета, потому что это как баварские цвета. Точно так же, как и в Баварии флаг, он тоже белый и голубой. Вот эта вот машина, Элвис Пресли, он когда ее купил, он вообще был недоволен цветом. Он вроде сначала купил, думает, хороший цвет, красивая машина. 5000. BMW существует с 2003 года. Есть детские программы, но они все либо на немецком, ну, большинство своем они на немецком языке, и часть есть на английском языке. Там есть про детективов, про всякий дизайн, там фотографировать, что-то искать, различные возраста. Давайте сделаем вот так еще. Ой, класс! Спасибо! Это забавно! Игра? Нет, кубик-рубик. Какой-то пиксельный. How are you? How are you? Super. How are you? I'm fine. Today is my birthday. Happy birthday! Yes, thanks. Thanks, brother. И что вы думаете? Ага! И там вот все эти BMW, вон.